такой свитер создали не модельеры. Художник Эйден Либбен работал над этим полотном почти год. Полотно, надо сказать, вязаное, причем из нити золота высшей пробы, но и вдобавок шерсти и шелка. На нем изображение оленя, украшенное 2000 кристаллов, серебряные звезды, которые украшены 150 бриллиантами, стоят 30 тысяч фунтов стерлингов. Но самые дорогие вещи – это, конечно, те, что связаны собственноручно близкими. Греет не только шерсть, греет любовь того, кто держал в руках спицы. Кстати, психологи говорят, вязание – это отличная медитация. Так что один свитер может одновременно быть и лучшим подарком, и способом справиться со стрессом.